Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Если вы здесь впервые, меня зовут Катя, я снимаю разные видео, влоги, бьюти-боксы, распаковки, модные находки Sephora, ASOS и т.д. и т.п. Все, что связано с модой, с красотой и, конечно, с хорошим настроением. У нас здесь очень такая приятная компания, позитивная. Поэтому, если вы пожелаете присоединиться, пожалуйста, я была бы очень рада. Итак, друзья, сегодня Sephora. Я знаю, что многие любят эти видео, я в том числе. У нас сегодня не так много, на самом деле, попробовать продуктов, но они очень интересные, и я в предвкушении, скажу вам честно. Начинаем мы всегда с парфюмов, и в этот раз я не уверена, друзья. Я вам сейчас объясню, почему. Во-первых, это вот такой вот первый парфюм, это Eto от бренда Tokka. Этот бренд я знаю. У меня был целый так называемый Discovery Set. То есть у меня были все из их линии маленькие парфюмчики вот такого же размера, пробники. Я честно вам скажу, друзья, мне не нравятся запахи этого бренда. Мне из того сета, наверное, я не помню, сколько там конкретно было пробничков, мне кажется, по крайней мере, 8, и мне понравился только один, по-моему. У них все парфюмы называются называются женскими именами. Итак, я вам скажу сейчас, какие мне очень нравятся. Это Stella и Maya. Maya у них уже вышел потом, после того, как я приобрела этот Discovery Set, поэтому Maya в этом сете не было. Но Maya мой любимый из их серии, и потом еще Stella мне нравится. Остальные, короче говоря, вот этот называется Джульетта, я не помню, как он пахнет, сейчас мы понюхаем, но я, честно говоря, друзья, не питаю больших надежд, потому что я же вам уже вот сказала сейчас, что меня этот бренд парфюмерный разочаровал. Так, сделано в Америке, что у нас тут пишет, романтичный, сладкие розовые тюльпаны и зеленое яблоко переплетаются с цветочной деликатностью лилии и эмбер. Окей, давайте понюхаем и сделаем выводы. Так, это Джульетта у нас называется. Вообще, конечно, дизайн прикольный у них, красивый. Вот я вам покажу, как выглядит на самом деле вот так вот, если полный размер будет в таком красивом, таком винтажном стиле бутыльке. Но запахи не мои. Да, он неплохой. Но он понравится тем, кто любит цветочные ароматы. Вы, кстати, напишите мне в комментариях, какого рода ароматы вам нравятся. Мне очень интересно, потому что я люблю парфюм, увлекаюсь, покупаю много, всякое такое. Поэтому мне жутко интересно, какие именно парфюмы сладкие, или, может быть, вам нравятся унисекс ароматы, или вот цветочные многим нравятся, да? Либо такие вот гурман, то есть то, что хочется съесть, который я, например, люблю, да, пожалуйста, напишите, мне очень интересно, и можете даже перечислить духи, которые вот, может быть, у вас в фаворитах, какие вам не нравятся категорически, вот. В общем, Джульетта неплохой, но не мой, совершенно аромат. Идем дальше. Еще один от бренда, на этот раз, Philosophy. С этим брендом у меня тоже связана история, с их парфюмами, на самом деле. Дело в том, что я какое-то время назад, тоже были вот такие какие-то декабрьские там, у нас, вы знаете, да, сейчас уже близко к Рождеству, и очень много выходит гифт-сетов, так называемых, то есть такие наборы с несколькими, например, товарами одного бренда, да, И точно так же парфюмы всякие в таких наборах выходят. Так вот, я как-то, сколько там, пару лет назад, что ли, увидела такой парфюмерный сет от этого бренда Philosophy. Там было три аромата, была адекватная, хорошая цена. Вот это был Amazing Grace, это у них самый бестселлер и самый у них популярный аромат. И еще два каких-то.
Я купила этот сет и очень сильно разочаровалась. Мне не понравился ни один из трех ароматов. Слава богу, здесь у нас можно все это дело возвращать. То есть я знаю, что в России, например, косметику, по-моему, нельзя возвращать, ну, если только с ней что-то не так, да, если как бы она damaged, да, или, ну, в общем, повреждена, да. А так, если вам, например, просто цвет не подошел или там не понравилось, то, скорее всего, у вас не примут. Или, может быть, примут, но долгий процесс, наверное, занимает. Короче, про это мне тоже напишите, пожалуйста. У нас здесь можно... возвращать косметику, даже если вы что-то попробовали и вам не понравилось, вы без проблем Sephora, например, та же принимает, вообще супер. Так вот, значит, я купила этот сет, я думаю, сначала, может быть, оставить его, там, подарить кому-нибудь, но потом еще раз понюхала, и решила, что мне, ну, если мне хотя бы один из них понравился, а так мне все три не понравились, и я в итоге его обратно отнесла, и, к сожалению, мне пришлось его вернуть. В общем, давайте понюхаем, я уже не помню, как он пахнет, но я, опять же, с этим ароматом тоже думаю, что мне он, это не мой любимый аромат уж точно. Так, Amazing Grace называется. Так, давайте. Этот в виде духов. Кстати, довольно большая порция, так скажем. А у вас вообще есть какие-то парфюмерные любимые бренды, например? Вот у меня есть, вот я вам уже говорила, Atelier Cologne я обожаю, потом вот этот Suit Pacific, вот это, да? Вот напишите тоже, какие у вас, если есть, может быть, у вас есть конкретный бренд, и вы прям какой запах у него не понюхаете, все вам нравится. Вот напишите. Да, Amazing Grace, он тоже неплохой, хороший, но я бы... не стала его покупать в большом варианте, теперь уже точно, да? И, как бы, не мой аромат, он даже вот здесь не написано, по-моему, какие ноты. Ну, такой, мне кажется, он тоже такой цветочный больше, вот. Так что, вот так, два аромата, все. Теперь, друзья, у меня вообще ничего нет на лице абсолютно. У нас есть попробовать очень необычный продукт. Смотрите, это бренд Wonder Beauty. Вот. Он продается здесь у нас на Sephora. И это, мне он так заинтриговал этот продукт. Это два в одном средства. Короче говоря, смотрите, здесь вот так вот мы его открываем. Как он, господи, открывается? А, вот так откручиваем. И здесь вот это получается хайлайтер. Давайте сводим его и посмотрим, как он выглядит. Ух ты, он такой теплый. Теплый такой, немножечко такой золотисто-желтоватый, да? Ну-ка вот, видно? Так, может быть, вот так вот. Не могу понять, видно или нет, но... так, я не знаю, ну да, он должен подойти, в принципе, но он такой больше на лето, этот цвет. Но это еще не все, друзья. Вот здесь откручивается тюбик, вот он остается, этот хайлайтер один, а этот абсолютно запечатанный, и это средство, иллюминатор для лица. Короче, мне так интересно, я его сейчас открою, и мы нанесем его на все лицо. Его как написано, можно носить? И как в качестве просто иллюминатора на все лицо. Я, кстати, люблю так делать, особенно летом. У меня вот там вот есть такое средство от Mane Kadar. У меня уже, наверное, оно третий раз это средство я использую, потому что оно мне реально нравится. Вот и это по такому же принципу действует. Но смотрите, если вам не нравится блеск на все лицо, сияние, да, вы можете просто замешать такое средство со своей тональной основой или там, что там, BB крем, CC крем, и он просто немножечко придаст такого сияния здорового. Давайте посмотрим, как он... Ой, много сразу... ну, я сейчас сразу тогда на лицо перенесу. Так, я надеюсь, он не будет слишком сияющим. Давайте вот посмотрим. Кто вообще не любит такого сияния прям сильного, кто любит матовый, да, финиш, тот просто как бы его в качестве хайлайтера точно так же можно использовать, совсем-совсем чуть-чуть, да. Так, ну вот. Хорошо, нисколько он как бы не слишком блестящий, поэтому мы сегодня сделаем с вами лук, он пахнет хорошо,
свежо так пахнет, какие-то что-то ментол, какие-то нотки даже. Вот. Мы сегодня с вами тогда, раз уж у нас такое средство, будем делать такой лук, как бы летний, и не будем совершенно не пудриться, ничего. То есть мы как будто бы такие калифорнийские, чуть-чуть на жаре спотели, зарделись, и припудриваться не собираемся. Знаете? Вот, слушайте, ну хорошее средство, хорошее, мне нравится. Я его с удовольствием буду, например, особенно летом. Вот летом я люблю такие средства использовать, чтобы поры не забивать всякими пудрами, да, или там вот эти всякими кремами BBCC. Вот такое средство нанес, и ты уже такой оп-оп-оп сияешь, и оно придает, он придает это средство, оно здоровый блеск. И ты вообще уже по-другому совершенно выглядишь. Вот так вот. Ну, да, немножечко как бы можно, если что, припудрить вот здесь вот, да, вот эти зоны, если вы не хотите, чтобы они блестели. Но в принципе, можно ничего и не припудривать, и так вставлять. Вполне себе даже и красиво. Да, в нем нет никаких блесток, он просто вот такой вот как бы сияющий финиш нам придает. Супер, супер, мне понравилось. И увлажняет опять же. Так, в общем, друзья, теперь у нас еще одно средство есть попробовать, которое просто меня заинтриговало очень сильно. На самом деле, смотрите, да, вот даже можно хайлайтер не наносить, вот так вот уже делаешь и видишь, что ты такой блестященький, весь хорошенький. Дело в том, что я этот продукт купила какое-то, опять же, время назад, но так его и не попробовала никогда. Ну, так как сейчас у меня есть канал, и мы с вами вместе все это пробуем, давайте его откроем. Я просто его не стала открывать, потому что это кремовый продукт. А кремовый продукт, сами понимаете, портится гораздо быстрее, чем пудровый, да? Так вот, мы в прошлый раз с вами этот бренд пробовали, Кажа, помните, хайлайтер, а сейчас у нас будет вот такой вот румяна стемп, то есть это необычный продукт, это корейская, по-моему, фирма, поэтому они всякие вот такие приколы производят, то есть не классический какой-то там, да, а именно с весельем продукты. Это, друзья, в номере 2, называется соусы, цвет. Короче, давайте попробуем, я боюсь, если честно. В общем, смотрите, это как стэк, да, то есть как же у них они любят вот такие вот стэки делать. У меня тени точно такие же уже, ой, я уже вам говорила. Вот, смотрите, это как бы печать. Так, хорошо, печать. Дальше, мы открываем, вот, открывается компартмент, здесь все запечатано. Сейчас мы эту пленочку уберем и попробуем использовать. Ой, и страшно, и волнительно одновременно. Супер вообще. Вау. Вау. Смотрите, друзья, как это выглядит. Очень красивый цвет. Так, ну что, давайте приступим. Вот так вот сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе, он прям мокренький-мокренький. Он выглядит как... как его называют? Кушон, да? Ну это кушон, но это только с румянами кушон. Давайте. Так, ну не так страшно. Не так страшно на самом деле. Смотрите, да, то есть это как бы сразу видно, что можно растушевать без проблем. То есть он такой хорошенький. И мы любим с вами еще делать на везде, не только на щек. Сейчас мы добавим. Вот, смотрите, какой он придал нам естественный румянец, очень хорошо. И чтобы добавить еще немножко, я добавляю на лоб, как будто мы загорели, естественно, и на носик. Я просто сюда вот на ручку сделаю, да, и вот так вот просто пальчиком возьму и чуть-чуть добавлю сюда тоже. Вот, и чуть-чуть
Вот так вот. Очень хорошо растушевывается, вообще никаких проблем, не бойтесь. Кремы, продукты, я знаю, многие немножечко опасаются, да, как бы как с ними работать, но на самом деле с кремами зачастую бывает и проще справиться, и проще бывает работать, чем даже с пудровыми, поэтому я очень кремовые продукты люблю. Так, ну что, зачет? Да, нравится нам Кажа. Мне вообще очень нравится этот бренд. Все, что я у них пробовала, буквально все, мне понравилось. Я этот бренд люблю и доверяю. Так, все, обратно складываем все эти дела. Как он закрывается-то теперь? А, вот так. Все, стек готов. Супер, отлично, хорошее средство. Вот. Это у меня тут просто какое-то покраснение. Это не румяна, как бы, это просто какое-то покраснение у меня здесь. Вот. Итак, возвращаемся, короче говоря, к этому средству. И давайте попробуем хайлайтер-то вот этот, который на кончике находится. Воу! Так. Очень красиво и очень естественно. Хотя, уже знаете, это... Иллюминайзер, который для лица, я уже не знаю, где иллюминайзер, а где этот хайлайтер. Они все сияющие. Так, супер, можно даже сюда, да, мы обычно сюда тоже наносим, чтобы бровку приподнять. Супер. Супер. Слушайте, а, по-моему, на российской Сефоре не продается этот бренд Кажа, да? Вот, который корейский. Что-то я даже не знаю. Мне кажется, нет. Напишите, пожалуйста, про это тоже. Так, смотрим. Угу. Очень хорошо, очень красиво. Мне очень нравится. А, вот знаете, друзья, вот этот бренд Wonder Beauty я тоже очень люблю. И все, что я у них пробовала, мне тоже нравится. Поэтому этот бренд я тоже вам рекомендую. Итак, смотрите, значит, это у нас лицо все попробовано, бронзера нет у меня на сегодня. Давайте быстренько сделаем лук на глаза. Я хочу еще раз попробовать вот эту палетку от Pat McGrath. Я с ней последние несколько дней делала макияж, то есть я ее еще как бы пробовала, да. В общем, я знаете, что вам хотела сказать? Во-первых, в том видео, где я про нее рассказываю, свотч вообще ничего не показываю с таким светом. Я когда нанесла эти же тени как бы себе на руки и пошла под лампу конкретно встать, они просто невероятные, они просто по-другому выглядят совершенно. И вся красота не показалась в том видео. Еще быстренько сделаем какой-нибудь лук, я включу музыку. А что ты еще хотела сказать? Забыла совершенно. Что же я хотела сказать такое? А, давайте, может быть, тогда вот на руке свотчи быстренько сделаю. Может быть, мы с вами просто поэкспериментируем. Может быть, на руке вот так вот лучше будут видны вот здесь, да? Сейчас я быстренько нанесу первый ряд. Вот, друзья, смотрите, это первый ряд. И вот, наверное, мне кажется, вам будет виднее, да, когда вот так вот на руке непосредственно... Свотчи идут, нежели когда вот, может быть, вот здесь, да, мне кажется, так понятнее как-то. Но в любом случае, как-то вот они все равно не передают на 100%, когда я смотрю по другим углом, то есть вот когда сверху свет падает. Так, второй ряд готов. Вот, смотрите, вот такая красота невероятная. Вот этот цвет, конечно, просто бомба, вот этот хаки цвет. Очень красивый, надеюсь, вот так вам виднее. Вот. Вот так вот. Первый ряд, второй ряд. Сейчас осталось третий ряд вам показать. Последний ряд я сделала сюда, на ладошечку. Вот они, какие красивые цвета. Надеюсь, вам сейчас понятнее. Вот этот цвет дуохромный, вот этот, это просто, друзья, какая-то бомба. Я его использовала уже пару раз. Он уникальный. Это вот как раз вот такие, как у Наташи Деноны, да, сейчас как бы вот эти популярные дуохромы, триохромы. Вот этот цвет, он, по-моему, называется стрекоза, Dragonfly. Да, он нереальный. Вот, так что вот, 1, 2 и 3. Так, короче, я сейчас быстренько сделаю какой-нибудь лук. Сама не знаю, что буду делать, но надеюсь, все получится. Fingers crossed. Thank you.
друзья, смотрите, что получилось. Это буквально макияж пальчиками рук, как говорится, да, у меня всего две кисточки было. Я использовала вот эти цвета, смотрите, вот этот матовый розовый, красивый винтажный, потом вот этот фиолетовый, красивейший на все веко, потом я добавила вот этот вот золотой в серединку и мой любимый дуохром Dragonfly внутрь уголка глаза и еще золотого еще чуть-чуть внизу. Сейчас у нас выключится через 30 секунд камера, и мы с вами быстренько снова зайдем в наш прямой эфир, хотел сказать, опять видео, и будем делать выводы, но нам еще надо до этого еще один продукт будет попробовать. Так, добро пожаловать назад. Еще один продукт, который нам надо попробовать, опять от Wonder Beauty, и это тушь. И это тушь Volume and Curl Mascara. То есть она называется Unlashed. И это объем и завиток она должна нам придавать. Не знаю, не знаю. Давайте посмотрим, как выглядит щеточка. Ого! Щеточка сама как завиток выглядит. Вот, посмотрите. Вот так, да, необычно. Даже не знаю, что и думать. Давайте пробовать и делать выводы. Тушь нанесена. Тушь мне, в принципе, понравилась. Она не самая, конечно, такая бомбезная из тех, что мы пробовали, но, в принципе, хорошая, хорошая. Между прочим, я сейчас пользуюсь тушью от этого бренда. Правда, ну, другой, как бы, из другой серии. И вполне себе я довольна. Я вам потом покажу, когда она у меня закончится, и скажу вам прям полные выводы по ней. Все ссылки на продукт, который сегодня использовал, я оставлю под этим видео обязательно, если вам интересно. И я, знаете, еще что хотела сказать? У этого бренда Wonder Beauty, у него всегда тушь вот в таких, это называется squeezy tube. То есть это тюбик, который, из которого вот вы можете нажимать на него, и в принципе вы можете, если что, вот эту тушь, чуть-чуть выдавливать вот так вот, да? Смотрите, это очень хорошо для мейкап-артистов, вот. Сейчас вам покажу, вот, видите, тушь, и это очень хорошо для всяких мейкап профессионалов и людей, которые работают в сфере мейкапа, в сфере работы с клиентами, да, которые делают макияж на других людях, они могут использовать такие туши с аппликаторами одноразовыми, понимаете, то есть вы выдавливаете аппликатор вот так вот об нее пачкаете и наносите непосредственно, то есть чтобы не использовать вот эту вот именно кисточку на всех подряд, правильно? И плюс еще вы можете такого рода тушь использовать как айлайнер. Это такой трик, я не знаю, в курсе вы или нет, может быть, вы знаете об этом, но вы можете просто брать вот какую-нибудь там щеточку, или чем вы айлайнер наносите, макать туда и делать айлайнер, если у вас, например, нет айлайнера, так что под рукой есть такая тушь, это как бы очень классная вот такая упаковка, идея и многофункциональная, так скажем. Так что вот, ну что, по-моему, неплохой получился мейкап, такой как бы у меня, как всегда, я все цвета радуги использую всегда, как можно больше цветов, вот, что у меня какое-то раздражение здесь, вот здесь красное, ни с того ни с сего появилось, непонятно от чего. В общем, посмотрите, какая шикарная палетка Pat McGrath, я просто от нее в диком восторге, от этих цветов, надеюсь, так вам видно лучше с Watch'и. Я ее буду еще пользоваться и вам рекомендую. Дальше, вот этот продукт замечательный. Не слишком ведь мы блестим сильно, да, ведь лицо? По-моему, без перебора. И хайлайтер тоже очень хороший, мне понравился. Тушь тоже зачет. Вот это вот стэмп тоже хороший. Мне вообще этот бренд очень нравится, но я еще должна с ним поиграть, чтобы 100% вывод сделать. Ну и два аромата Тока и Философи. Не мои ароматы, но в принципе они неплохие. Вот если я и второй раз сейчас понюхала, они как бы нормальные. Но бывает намного хуже. Бывают такие, что я вообще не могу переносить. А эти хорошие, но просто как бы не на мой вкус. Все, друзья, спасибо большое вам за просмотр. У нас здесь another perfect day, как всегда, да, еще один идеальный день. Пишите свои комментарии, ответьте мне на вопросы про духи и про бренды. И не забывайте принимать участие в конкурсе, у нас же есть несколько заявок.
Плюс, друзья, не забывайте подписываться, конечно же, подписывайтесь, ставьте ваши лайки по возможности, это все бесплатно, а мне очень приятно, да, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, я загружаю от 3 до 7 раз в неделю, да-да-да, все, на, за сим прощаюсь, всего хорошего, пока-пока.